Привет, друг, с тобой Авен. Наверное, необычно смотреть на такой ролик в такой озвучке, но приходится. Сегодня я тебе расскажу, что же случилось и что будет дальше со мной с роликами. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Значит, начнем с того, почему же я не могу говорить и озвучиваю ролик с помощью бота Максима. Как бы не секрет, что во всем мире разгар коронавируса и его брат Омикрона. Так вот, к чему я это, тест не сдавал, просто догадки, что это именно он. Буквально пару дней назад, по непонятным мне причинам, у меня началась легкая боль в горле. Я, конечно же, выпил пару таблеток и вроде становилось лучше, но как я ошибался. Буквально за пару дней появилась и температура, и острая боль в горле, что теперь мне даже разговаривать больно. Поэтому именно сейчас это все читает бот, за что ему огромное спасибо. Вторая причина, почему не будет роликов, это то, что YouTube каким-то непонятным образом начал блочить все мои новые видеоролики. В каком смысле блочить? При загрузке всех новых видеороликов, YouTube сразу накидывает мне желтый значок монетизации, хотя все правила соблюдены правильно. Желтый значок означает, что контент не подходит всем рекламодателям, а если быть точным, то YouTube вставляет рекламу и забирает все бабки себе. В данный момент я успел доказать им, что они не правы, и нам одном ролике на ограничение сняли, хотя доход с них так и не приходит. На остальные ролики они хаен забили и сказали жди 7 дней. Поэтому давайте подведем вкратце итоги. Хоть роликов 3 наперед у меня записано, но они будут выходить сразу после того, как у меня хотя бы перестанет болеть горло и я смог нормально говорить, и когда я разберусь с монетизацией, и все будет чики-пуки. Не теряйте меня, всем добра, всем здоровья. Я думаю, вы сами знаете, что делать. Лайк, комментарий, колокол, мне будет очень приятно. Ну а с тобой был Авен, всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны, и все пока-пока.